Вов, танцуй тоже. Мне сон приснился, что мне сердце вырезали. Ну, чем хорошим. Куда ночь, туда и сон. Один раз мне снилось, что сейчас, что сейчас землетрясение. Что-то всем сегодня плохие сны снились, а меня во сне убили вообще. Реально? Угу. Я была в концлагере почему-то еврейкой, и меня убили. Сегодня день плохих снов. У нас завтрак, каждый ест свою еду. Мы с Мартой вот будем борщ, она захотела борщ. Клим вот доедает там кашу. И Саня будет яичницу с картошкой. Папа сделал зарядку. Вова, помоги Марте сесть нормально. Он ей юбку задирает. И аттракционов не надо. Матуся! Все. Лучше нету. Еще раз вот это. И моя Матуся. Эй, Марта. Матуся ничего не хочет. Тут гречку положила, кричит, суп хочу и все. Вот, ест его каждые 2 часа. Ну, руками-то точно не надо лазить. Приходится раздеваться, чтобы не испачкать красивую юбку. Она испачкает свой стул. Угу. И свои бусики. Давай. Вов. И морковку грызи. Нет, но... Матуся, как ты грызешь морковку? Молодец. Вот, а я. Угу, ну-ка. Во. Молодец. Ну-ка. Мам, ты меня видишь? Вижу. Иди сюда, доедай свою еду. Тебе дать что-то? Вот это? А мне вот это. Так ей неудобно так спать, Вов. Убери подушки. Сейчас. Уютно? Да. У нас уютно. У нас здесь есть окошко. Кто там есть? Ту-ту. Ну все, Вов, ты мешаешь ей спать. Мам, я пью. Как? Я пью. А спишь, что давай, спи. Делает? Можно... Так вы сегодня спать будете? Алло. Молтуся, не? Марта, спать. Залезай. И пошли туда. И пошли туда. Быстро все спать. Либо со мной, либо с Вовой. И я. Все, Вов, ни звука, и хорошо? И я. Ну все, обними, Матусь. Давай вместе будем здесь спать. Ложись к маме, Матуся. Да. Я только что обнаружила, что Вовка не умеет бегать в припрыжку. Ну-ка, давай, одну ногу, вторую. Давай-давай, пробуй, получится. Устаю. Давай-давай, учись. Ну вот, тебе надо научиться, и ты сумеешь. Конечно, каждый человек умеет все.
Иногда нужно потратить на это время. Вот так-то ты научился уже, молодец. Ой, я тут плов готовлю. В общем, морковь и лук я поджарила со специями. Потом вот так вот с нутом провариваю, чтобы лук растворился. Стал такой мягкий, почти что неуловимый. Чтобы его не чувствовалось. Ну, в общем, чтобы он растаял. И как раз нут сварится. И фишка в том, что рис варится у меня отдельно. Вот. Потом я соединю все. Мне так удобнее. И специи сыпучие я наливаю вместе с водичкой. Вот. Куркуму и паприку я растворила здесь и вылила, чтобы они не горели. Поджарила только зиру с овощами. Матуся, вы что делаете? Лепёху. Лепёху? Да. Эти красавицы. Вове вот купили слайм на мою голову. У нас договор, что только за столом играть с ним. Марта, ладно? Со стола нельзя выносить. Поняла? Кто-то Матуся. Кто-то... Договорились? Кто-то у бабули можно со стола. Столик еще папин. Купила помидоры. Вроде бы розовые, да? Но вот, ну никакие. Непонятно, что это за помидоры такие. Специально далеко в магазин ходила. И вкусных не нашла. Вообще клубничка есть сорт, он должен быть вкусный, но я не дошла до большого магазина самого. Вот так вот плов и салатик, чтобы плов не был сухой. Очень и очень вкусно получается. Ну вы же потом пойдете. Так, Матуся. Кто хорошо поест, тот пойдет к тете Люде. Убираем слайм. Олочка, это тебе. Люблю. Здорово. А тебе как? Я лут люблю. Тоже класс. Я лут люблю. Я рада. Ну все, ешьте. Проголодались. Я тоже голодная. Выходите гулять. Хватит. Ну-ка, выходите. Что вы там придумали? Выходите. Не-а. Выходите, черепахи. Гулять надо на свежем. Ну, дереве. Хотя бы выгляните, кто Не-а. Там? Кто там живет в теремочке? Это кто живет там? Это кто, девочка? Баба. А еще кто? А кто там живет? Как вас зовут? Тимо. Черепахи-ниндзя. Ага. Матуся, выходи гулять. Черепахи-ниндзя. Давай! Ой, голова не закружится? Матуся, такая хорошая. Ты ее жалеешь, да? Ты бабушка такая. Хорошая собачка, носик. Это Гарик, да? Похож на Гарика. А льва будешь гладить? Иди Леву погладь. Угу, его, да. Иди погладь. Леву не хочет гладить. Не хочет гладить, смотри, надулась. Ну, ты смешно. Нет, нет, не гладь, не гладь. Не хочешь, не гладь. Он хорош. Соску вытащи, говори. Он нас охраняет. Иди. Он тебя любит. Ты моя сладкая птичка моя. Мы тут с мамой, у нас вдвоем секта. Клуб анонимных любителей смузи. Давай. За здоровье, за наше. Спасибо. Цвет такой вообще обалденный. Ну. У нас вечер макаронов. Макароны пати. Клим, еще и остроту посыпал. Любители острова. Кстати, отличная идея. Вот это очень-очень ядреный перец. Я тут ем пюрешку.
Я тоже посыплю. Это не вообще не остро. Матуся, ну ты побольше посыпь, и будет остро. Первое марта, давай. Кричи. Все, что ли? Молодец. Отлично. У Даши почти получилось. Нет, тихо, один крик. Давай, раз, два, три. Тихо. Тихо. Олимпус Максимус. Пришли, короче, дедуны в магазин, да, срочно ночью закупаться макаронами для Клима. Клим сказал, что надо срочно макароны. Да, что мы еще будем брать? Какие спагетти? О, смотри, акция. Мои котята помогают раскладывать. Клим во главе. Я Клим, ну отойди. Ты чё? Ты мне сказала замедлиться. А, ну вот купила томат свой любимый. Мама, я нашел что-то. Такой же фирмы я беру фасоль. Папа, мне нравится. Да, ну хорошо, я пусть он там лежит. Бананы вот эти заморожу. Купила для заморозки. Имбирь. И сейчас замочу. Да тихо, Вов! Промыла орешки, смотрите, на раз. Потому что не хочу, чтобы они были замочены в такой грязной воде. Вот такая вот вообще жуткая. Но они прям чувствуются грязные. Теперь можно и замочить. У меня тут отстойная вода есть. Потому что когда спишь, не замечаешь, как летит время. Не чувствуешь времени во сне. Все, Матуся, ложись. Все, всем споки-ноки. Пока-пока. Кому?